Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас 20 июля 2015 года, понедельник. Поздравляю вас с началом новой трудовой недели. Надеюсь, она будет такой же успешной, какой были некоторые предыдущие. Вот. Ну, а поскольку волатильность все-таки с нами некоторая присутствует, надеюсь, что основания и возможности для этого будут. С вами Игорь Суздальцев, ведущий видеопортала трейдеров YouTrade.TV, и мы начинаем программу «Торговый план». Новости ключевые, которые могут повлиять сегодня на рынок, их две. Первую новость я озвучил на прошлой неделе, в субботу. Даже выведу ее, наверное, на экран, поскольку есть тема для разговора, такая серьезная. В общем-то, это главная тема дня, без сомнения. Она выглядит так. ООН перенесла голосование по трибуналу по Боингу на 27 июля. Ну вот мы видим, что эта тема вызвала бурное обсуждение. Мой пост на смарт-лабе, значит, 6200 просмотров, 176 комментариев. Хотя суббота, казалось бы, да, ничего такого, скажем так, немедленного не могло быть, но вызвало огромный интерес и сама тема, естественно, потому что главная тема, а что может быть вообще и как это может повлиять на рынки. Значит, скажу так, совершенно очевидно, что готовится трибунал по Боингу в формате трибунала по России. Дальнейшие санкции уже озвучены даже. Ну, например, Америка собирается сократить срок наших, так сказать, возможность привлечения денег с 30 дней и инвестирования на американском рынке с 30 дней до 7 дней. То есть, ну, это вообще не деньги, конечно, это не фондирование, никто, в общем-то, на это не пойдет. По сути, мы будем отрезаны. Вот. Ну и так далее. Масса других неприятностий. Понятно, что вообще что хотят из этого трибунала, уже в СМИ просочились, так сказать, они считают, у них есть доказательства, то, что Боинг сбит буком российского производства с территории ополченцев. Дальше можно уже по дням все расписывать, что будет происходить. Ключевой вопрос, будем ли мы блокировать это решение или не будем. Тут тоже уже бурно идет дискуссия, говорят, что если Россия заблокирует это решение по созданию трибунала, тем самым Россия примет на себя всю ответственность, как бы косвенно признает, что это мы его избили. Россия имеется в виду. Вот. Ну, СМИ, если включатся мировые в эту тему, да, они могут это доказать, без сомнения. Поэтому можно ли блокировать или нет, нельзя. Есть ли надежда, на мой взгляд, абсолютно в этом убежден. Мы говорим о том, что хотим объективного рассмотрения. Резолюция 21.6 от 21 июля прошлого года, завтра ровно год этой резолюции. Если мы говорим о том, что мы поддерживаем международное рассмотрение, то международный трибунал – это формат международного рассмотрения. Если сказали А, надо говорить Б. Вот. Если скажем нет, то дело будет плохо. Если Китай, может, если шанс, что Китай скажет нет. Да нет этого шанса. Китай поддержал резолюцию 21.66. У Китая было несколько дней, чтобы уточнить свою позицию о том, что мы, мол, за резолюцию, но против трибунала. Ни слова, я посмотрел специально сегодня утром, они ни словом не возражают против трибунала. Поэтому, если кто-то надеется, что Китай поддержит вето, ну, я не вижу никаких для этого оснований пока. Поэтому, значит, что можно сделать в этой ситуации? Во-первых, первая новость, хорошая новость. У нас есть неделя спокойного рынка. Вот этого ужаса не случится, поэтому, в принципе, рост определенный и на рубле, и на рынке акций я вполне вижу абсолютно. Вот просто будет такая вялая, немножко боковая неделя, но без кошмаров, значит, естественный рост вполне может случиться. С другой стороны, за эту неделю нужно принять два принципиальные решения. Первое, по Донбассу. Что мы делаем, если будет резолюция, нас признают агрессором? Мы будем воевать за Донбасс? А это уже будет единственное решение, или будем уходить из Донбасса. Вот тут как бы отсидеться не получится. Вот сейчас, допустим, Америка требует, вы определитесь, в Минских соглашениях сказано, передайте границу. Вот, мы отсиживаемся, границу не передаем, но везде рассказываем о том, что мы отводим танки, ДНР отводит танки, граница на 3 километра. В Америке, ну, не знаю, уже все СМИ написали, мы не спрашиваем про танки 3 километра. говорят американцы. Мы спрашиваем, когда вы уйдете от границы, Россия и Украина, чтобы украинские военные заняли границу, это главное требование Минского соглашения. В ответ российские СМИ отвечают, мы отвели танки на 3 километра вглубь территории. И опять, и вот, в общем, суббота-воскресенье проходит в этой дискуссии, она уже всем надоела, понятно, что никто просто не принял решение. Поэтому по Донбассу неделя у нас, чтобы принять решение. Либо мы уходим оттуда, либо мы и вывозим население, либо мы воюем за Донбасс. Больше не дадут срока, вот в чем проблема. Вторая. Ясно, что у нас начинаются экономические трудности. Экономические трудности преодолеваются двумя способами. Резким ужесточением режима, гаек, такой жесткий полицейский режим, тогда можно удержать власть, либо резкая либерализация. Ну, про ужесточение вот этих двух решений я, естественно, за либерализацию. Про ужесточение говорить не буду, там ребята без меня знают, как это делать. Опыт большой, и 37-го года, и 68-го. Вот, поэтому тут советовать не буду. А вот про либерализацию тоже мы обсуждали на YouTrade.TV. Я тоже думаю, что можно сделать? Вот что можно сделать, чтобы внутри страны было получше? А очень простую вещь. Поскольку у нас главная проблема – это отсутствие выборов, вот, поэтому нужно восстановить выборы. А делается это во всем мире одинаково. 5 человек получает право создавать партию и осуществлять прямое, немедленное выдвижение в любые органы власти. Местные органы, региональные, Госдуму, выборы президента и так далее. Вот только таким образом можно людей как-то привлечь сейчас. А так они будут просто прятаться по домам, чтобы их не призвали в армию и требовать отмены службы по призыву. Вот как сейчас. Вот все этим занимаются. Вот. Главный секрет, то что у нас 90% населения поддерживает отмену службы по призыву. Вот это вот главный секрет, который никому не рассказывает. Вот. Поэтому, и причем это последние 1000 лет. У нас никогда не поддерживали службу по призыву. У нас всегда были жесточайшие коммунальные, имеется в виду, наказание общины за неотправку человека в армию или его дезертирство. И сейчас оно то же самое. Руководитель отвечает за военный учет гражданина. То есть, если молодой человек не встал на учет военкомата, руководителя снимает 5 лет лишения права занимать должность, и уголовный срок тоже предусмотрен, кстати говоря. Поэтому шутить с этим не надо. И вот это вот, ну, это в сторону ужесточения. А в сторону смягчения, конечно, нужно делать политическую реформу, чтобы людей привлечь к поддержке. Вот это единственный путь. Силовое решение, если будет принято, ну все, будем прятаться, тут вопроса нет. В чем разница решений с точки зрения финансовых рынков? Силовое решение, большой удар, серьезный удар по финансовым рынкам. Но, кстати, вот эта неделя, пока еще идет такая разборка мягкая, самое время сбросить американские акции. В понедельник можете уже не сбросить, это точно вам говорю, потому что если нас отрежут по трибуналу, все, понеслась. Вот. А вообще в целом по рынку акций будем бороться, ни в коем случае не будем сдавать рынок акций, будем бороться, наоборот развивать, думаем, как более интересным сделать это обсуждение на YouTrade.TV. Но совершенно очевидно, что всем трейдерам на рынке акций я рекомендую сделать себе вторую ногу, это на срочном рынке или на рынке Форекс. Потому что, честно говоря, никогда просто так отрезание от внешнего мира для финансовых рынков ни одной страны просто так не проходило. Поэтому, ну, просто вот есть неделя подумать, чем вы хотите заниматься в жизни, а может быть кто-то честно скажет, да нет, я пойду на завод. Раз такая мулька, пойду я на завод, ребята, до свидания, все. Это тоже честно. И тут обманывать людей не надо, там, вот давайте все там, что все. Если в понедельник трибунал принимается решение, дальше уже там наши проблемы вплоть до отключения до SWIFT можно по месяцам проследить. Вот в чем суть. Вот такая у нас будет неделя. Но, еще раз повторяю, сама неделя, на мой взгляд, это неделя спокойной торговли. Может быть, последняя перед августом. Ну, августа, знаете, у нас всегда в истории страны одинаково развивается, да? Так вот, сейчас можно спокойно поторговать, спокойно заработать в каком-то боковике, в диапазоне, границы еще будут работать на этой неделе. Так что вполне можно хорошо заработать на этой неделе, чего всем желаю, естественно. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что по Донбассу и по внутренней политической реформе вот это 5 дней на решение. 27-го решать уже даже нельзя будет. Почему? Потому что в таком случае это будет выглядеть как отступление России перед ООН. Вот типа они приняли решение по трибуналу, а мы испугались, и теперь же вот так вот делаем, как они хотят. Не-не-не, лицо терять нельзя. Чувство собственного достоинства – это главное. Если человек теряет чувство собственного достоинства, все, его и другие за человека не считают. Поэтому нет. Если что-то решать, то на этой неделе. Если на этой неделе не решили, ну, тут уже что будет, то будет. Будем уже смотреть тогда на следующей неделе, что вообще делать. Далее, коллеги, вторая новость. А вторая новость у нас такая. Золото у нас завалилось, господа. Вот я смотрю по общим графикам, на $17.40 в моменте проваливается. А что происходит? Что происходит? Опционер, удалите свою запись за 9 часов 42 минуты. Сами, пожалуйста, удалите. Вот. Значит, не знаю. Я просто, вот сейчас я вам просто говорю, ребята, упало золото на 17.40. И вас спрашиваю, а что происходит? Никакой причины, видимо, ничего не произошло. Не знаю, то ли такое впечатление, что все готовятся к войне и покупают доллары. Вот в чем суть. На 60 Владимир Никитин пишет, на минус 60 уходило? Ничего себе. Вот я вам честно говорю, такое впечатление, что пацаны уже что-то знают. И чисто идет затарка долларом. Вот просто вот эта неделя будет покупки доллара. По-хорошему сейчас на всех платформах купить доллар и держать неделю и заработаешь. Так я и сделаю. Я куплю доллар с большим стопом на всех платформах и будем на него смотреть. Далее. Значит, в Японии сегодня, господа, большой праздник, День моря. В Москве нет моря, поэтому особо праздновать не будем. А что там, морепродукты надо есть, что ли, сегодня? Кто японец, дайте нам знать. Из других новостей ничего особого не вижу. Сегодня такой день достаточно спокойный. Но вот в Европе в 9:00 вышли новости, что индекс цен производителя снизился на 0,1. Это за месяц к месяцу, а месяц год к году, ну то есть июнь этого года к июню прошлого, минус 1,4%. Это, знаете, углубление снижения индекса цен, то есть идет дефляция. Тут каждый из вас сами оцените, как вы положительно оцениваете этот факт, надо покупать евро или отрицательно, тут у каждого своя оценка. Значит, поэтому... Да, сегодня, по сути, так сказать, экономического календаря нет, поэтому живем по рынку, смотрим, что происходит. Ну что, двигаемся дальше. Давайте посмотрим, как мы закрылись на прошлой недельке. Значит, индекс ММВБ 1650 на минус 0,15%. Индекс РТС 912 минус 0,8%. Доллар-рубль 56,98, что означает укрепление доллара на 3 копейки. Вы знаете, вот в четверг и в пятницу монета падала бай, но на самом деле мы падали на небольшие единицы. Там 1 копейка была в четверг, 3 копейки в пятницу. Вот. Но тем не менее монета в четверг и пятницу промахнулась. 2 дня подряд был оптимистом. Да, вот я смотрю в пятницу точно, у меня все ходы записаны. Но промахнулась, пусть не намного, но промахнулась, потому что рынок шел против нас. Причем, если в четверг как бы все выросло, кроме доллар-рубль, в нашу сторону, а доллар-рубль крепился на копейку. Так вот, в пятницу у нас фондовый рынок снизился, доллар-рубль вырос на 3 копейки, и только евро пошел в нашу сторону, снизился на 0,22 копейки, ну, на 22 копейки, проще, 61,70. То есть, получается, мы можем зарабатывать только на снижении евро. Коллеги, а в этой ситуации, поскольку евро падает, не лучше ли торговать не доллар-рублем, а евро-рублем? Вот евро-рублем, не знаю, какие там есть объемы, что в стакане, но посмотрите на эту возможность, поскольку это то, что падает евро, прогнозируемо, что будет падать евро и по рублю. В меньшей пропорции, естественно, да. Но заработать на это можно, это абсолютно точно. А в некоторых, мне кажется, моментах она еще и в большей пропорции падает. Вот такие новости у нас были за в пятницу и прогнозы на сегодня в связи с этим. Давайте посмотрим на монету buy sell. Buy sell. Да, вот Серега пишет, что говорит неправду монета, заменить. Вот. Ну нет, подождите, тут каждый сам относится, верить, не верить. Монету мы не бросим. Да, последние 2 дня она показала, получается, на той недельке дважды она ошиблась. Получается, что за 5 дней, это получается 60% у нее верных прогнозов. 40% были неверны. Все, двигаемся дальше, коллеги. Загадываем российский рубль, как обычно. Доллар-рубль, вернее, рубль российский. Покупаем или продаем. Вы загадываете свой финансовый инструмент. Монета подсказывает вам направление движения. Оп, смотрим. А сегодня sell подсказывает нам монета. Ну, не знаю. Сегодня, кстати, я лично не вижу ничего такого селлового. Это через недельку, в следующий понедельник, может быть, надо уже готовиться. А пока еще можно поторговать так, как мы считаем нужным. Ну что, давайте спросим наших экспертов, кто что думает на этот счет. Владимир Никитин, можете зайти в эфир, рассказать нам, а что с золотом творилось вообще, творится, и как видите сегодня дальше рынок? Ждем, коллеги, Владимира Никитина. Угу. Пока Владимир молчит, давайте спросим Дмитрия Семенова, трейдера компании «Калита Финанс». Что он думает на этот счет? Да, приветствую. Да, на какой счет я там должен подумать? Я не слышал, чего говорили. Куда двигаемся сегодня на рынке? Что с золотом творится? Почему оно в моменте падало-то на 60 долларов, а сейчас на 17 снижается? Что с золотом творится? Вы задаете такие странные вопросы, как будто я знаю на них ответы. Вы знаете, что я торгую только тем, где вижу ситуацию интересную. А что там происходит, меня вообще не волнует. Вот, давайте график один покажу. Довольно любопытно, на мой взгляд. Давайте. Как обычно, это будет график доллар-канадский доллар, Игорь. Вы знаете, что я люблю торговать. Начнем с недельного графика. Я думаю, там все будет понятно. Сейчас линию лишнюю уберем. Вообще, смотрите, что у нас получилось. У нас она дошла до очень сильной области сопротивления. Вот. Такие уровни сразу цена обычно не пробивает. И по этой причине, я предполагаю, это не значит, что надо продавать, не значит, что так будет. Я предполагаю какую-то коррекцию в виде тех возврата, наверное, вот куда-то вот сюда. Если мы по дневочке поглядим, перспективы движения, ну, здесь у нас получается сколько с текущих, ну, пункта 130, где-то так вот. Вот такая у меня предварительная торговая идея, если сегодня. Остальные графики я пока ничего там интересного не нашел. Дмитрий, продажи золота уже можно или ждать какого-то уровня? Или, на ваш взгляд, уже можно? Продажи, сори. Я график золота смотрел очень много недель назад. Давайте поглядим график. Нет, Дмитрий, я оговорился, я смотрел просто на график золота. Продажи доллар, канадский доллар уже можно проводить? Или как бы ждать еще? Смотрите сами, я просто озвучиваю видение свое. Да? Не значит, что надо продавать, не значит, что будет падение. Тренд все-таки вверх. Просто исходя из того, что обычно происходит, от таких уровней откат бывает. То есть, в принципе, эту ситуацию вы уже видите, как бы рассматриваете ее уже рыночно. Ну, лично я вижу эту ситуацию, как это видят другие эту ситуацию, это их личное дело. То есть я не призываю продавать. Давайте подождем, поглядим, что будет. Ясненько, Дмитрий. Спасибо большое. Удачи. Удачи. Да, правильно. Вот, коллеги, первая торговая идея от наших спикеров – это посмотреть на продажу доллар, канадский доллар. Далее двигаемся, коллеги. Юрий Чеботарев, что думаете в этой ситуации по рынку и по золоту? Кстати, мне интересно очень ваше мнение. Что с золотом-то у нас? Доброе утро. Доброе утро. Ну, что по рынку сказать, по российскому, видите, ситуация какая. То, что вы сегодня озвучили, вот эту политическую ситуацию, а наш рынок в основном-то зависит от того, что происходит с политикой российской. Ну, вы правильно говорите, поскольку на прошлой неделе рынок вел себя очень странно, он стоял в боковом тренде, зажался в каком-то... И, в принципе, это только подтверждает правильность вашего мнения относительно вообще всей ситуации политической в России и экономической тоже. Я там уже не буду говорить про этот Боинг, про Донбасс. Ну, печально, конечно, все. Вся вообще, будем так говорить, ситуация на финансовом рынке, она очень печальная. Мы не знаем, куда пойдем, и, конечно, все в очень таком сером, кислом, отрицательном фоне, тоне. Вот, поэтому, скорее всего, что мы будем на этой неделе опять сидеть в каком-то боковике, делать какие-то движения небольшие, и все. Вот. Что касается золота, ну, не знаю, честно говоря, я тоже обратил внимание на сегодняшний, там, сколько, больше процента упала цена. Я думаю, что это связано либо с теми, у кого очень крупные авуары золотые, это вот с Россией связано и с Китаем. Вот. Ну и, видимо, еще надо посмотреть, может быть, там золотодобытчики что-то, какую-то политику свою меняют. Ну, Россия, кстати говоря, один из крупнейших держателей золота. По-моему, у нас такой же золотой запас, как у Китая, примерно. Ну, Юрий, это, собственно, центральная эта идея заключается в том, что она продолжит падение, или же можно откупать на этом уровне. Уровни цена-то уже очень такая хорошая у нас. 11, 14, 1114 копейками и так далее. То есть не пора покупать, как думаете? Ну, вы понимаете, я могу свою гипотезу высказать. Мне кажется, что ситуация с золотом может повторить ту ситуацию, которая была с нефтью. Ведь, в принципе, крупные страны, они такие, ну, промышленно развитые страны. Это же они затеяли эту игру с понижением цен на нефть. И поскольку мы прекрасно знаем, что цена на нефть, на золото формируется так же, как и на нефть, на бирже, по фьючерсным контрактам. И опустить цену на золото, это небольшая труда составляет. Вот. Я уже как-то рассказывал, что существуют методы, с помощью которых можно просто-напросто вот завтра опустить цену на золото, так же, как опускали цену на нефть. То есть увеличите размер залога на фьючерсной бирже, и у вас цена на золото тут же пойдет вниз. Что мы и видели в феврале месяце с нефтью. Так что ничего удивительного. И если понимаете, вы обратите внимание, ведь Россия как? Она оказалась в кольце санкций, и тут же сказали, ну все, мы теперь будем золотовалютные резервы копить, золото копить и так далее. А, золото выходит, ну, хорошо, мы вам сейчас и цену на золото опустим. Вот. Ребята, надо играть по правилам, понимаете? Понимаете, как это говорится? Зачем конфликтовать с соседями, когда проще договориться с ними? Вот у нас почему-то этого не понимают. Понятно. Юрий, в общем, вы не видите текущую цену золота как дно, и не удивитесь, если оно упадет еще ниже. Я так понимаю. Да, да. Идея именно в этом. Это моя гипотеза. Я, конечно, не могу там досконально знать. Я же, так сказать, трейдер. Я, так сказать, сужу только потому, что творится в стакане котировок. Вот. Но идея такая, что значит, существует масса административных механизмов, с помощью которых можно опустить цену на золото, так же, как и опустили цену на нефть. Вот идея вся. Понял вас. Спасибо, Юрий. Удачи сегодня. Спасибо. До свидания. До свидания. С нами был Юрий Чеботарев, трейдер, управляющий активами из Москвы. Я вот вижу коллег, которые в сети у нас. Игорь Кирдешов, Неофит. Коллеги, есть ли желание выступить и высказаться по этой теме? Игорь Кирдешов, мне интересно ваше мнение по золоту. Поделитесь с нами. Это как бы временное падение, надо покупать, или еще можем провалиться, надо продавать. Вот дилемма сегодняшнего дня. Нефть, кстати говоря, сегодня нам не советчик особый, потому что 57 она стоит, хорошо стоит, нормально, то есть ну, пока во всяком случае ничего не происходит. Вот. Ясненько. Игорь говорит, нет, я и так каждый день выступаю. Не в курсе пока еще, только глянул рынок, я понял. Неофит, что думаете на этот счет? Вы каждый день не выступаете. Мы, кстати, рады видеть, что вы в сети. Всем привет. Меня слышно? Да, приветствуем. Слышно хорошо. Ну, я думаю, золото в любом случае рано откупать. Это только первые фиксы были. Должна быть какая-то полка, ретест этого уровня, и только затем можно откупать. А так оно запросто может еще ниже провалиться. Куда спешить-то? Ну, выиграешь ты там 10 пунктов этих наверх, но потом-то оно еще может глубже уйти. Нет, ну вот мы не спешим никуда, просто заработать хотим. Вот вы сами что планируете делать сегодня по золоту? Ну, торговать сишкой и нефтью. Я понял. А в золото пока не лезть, да? Да, я вообще его как-то не совсем понимаю, но хотя она хорошо свалилась, есть такие мысли покупать, но все равно рано. Все равно ни полки, где отстоялась, ни ретеста, ничего нет. Я понял. Роман, нефть и си, что делаем? Покупаем, продаем? А, надо посмотреть, оно может и туда, и сюда сходить. То есть будем смотреть... Я сейчас не отвечу, ну, после открытия минут 20, потом принимать решение, смотреть. То есть пока каких-то намеков до открытия пока не видно, да? Не, но оно будет видно, если РТС наверх поползет... Ну, сишка вниз и наоборот. Оно же, ну, видно, как стреляет. Они готовятся друг к другу и друг за другом ходят. Ясненько. Хорошо, Роман, спасибо большое. Удачи сегодня. И вам всего хорошего. Спасибо. Коллеги, с нами был Роман Neophyte из Москвы. Ну что, монета показала sell. По золоту, по рублю я имею в виду, по золоту картина непонятная, и Юрий Чеботарев, и Роман Neophyte допускают падение золота дальнейшее, советуют не торопиться. Ну, а рынок российский, прежде всего нефть, фьючерсы на индекс РТС и фьючерсы на доллар-рубль, считают, коллеги, что лучше посидеть, посмотреть на открытие, не торопиться. Ну вот так давайте неторопливо начнем сегодняшний день. Всем удачи!